Мужчины штабелями укладываются у их ног. Главные соблазнительницы среди знаков зодиака. В этих женщинах есть особая магическая привлекательность, сводящая мужчин с ума. Астрологи заметили, что представительницы этих знаков имеют над мужчинами особую власть. В их присутствии представители сильного пола теряют голову и мечтают только о том, чтобы роковая красотка обратила на них внимание. Скорпион. Сексуальную притягательность скорпионов не заметит только слепой. Эти женщины не останутся незамеченными даже в многотысячной толпе, ведь они обладают яркой нежностью и уверенностью в себе. Мужчин покоряет и возбуждает опасность, исходящая от этих дам. Женщины этого знака прекрасно осознают, какое впечатление производят, и пользуются своими чарами умело и беспощадно, покоряя мужчин и разбивая их сердца. Лев. Яркие, как вспышка света, женщины-львы обжигают и ослепляют поклонников своей невероятной харизмой. Эти дамы привыкли царствовать, но мужчинами смотрят, как на подданных, призванных восхвалять их красоту, ум и безупречный вкус. Для многих мужчин столь яркая женщина является желанным трофеем, но завоевать сердце этих гордых красавиц получается лишь у избранных. Львицы открываются лишь таким же великолепным мужчинам, как они сами. Рыбы. Невероятное обаяние рыб служит причиной того, что эти женщины всегда окружены толпой воздыхателей. Рыбы не делают ничего специального, чтобы привлечь мужчин. Притягательность заложена в них природой. Эти женщины покоряют мужчин своей неземной загадочностью и умением слушать. Каждый поклонник стремится разгадать тайну этих красавиц, делает все, чтобы рыбы удостоили его своим взглядом. Но постичь секреты этих космических, ангелоподобных существ удается совсем немногим. Друзья, независимо от того, верите вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы многое можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь.